Итак, дорогие друзья, продолжаем в курсе седьмом. Мы с вами уже начали составлять модель, чтобы иметь соображение, грубо говоря, что нам надо сделать. Нам надо список всех пользователей будет сделать, нам надо сделать, чтобы выводилась картинка, чтобы добавлялся контент. При этом, как я объяснял, контент вы сможете менять потом, это будет другое, третье, четвертое приложение, чтобы были подписки, follow, чтобы можно было добавить запись, чтобы была лента. То есть, и это более простая модуль социальной сети, потому что со временем я надеюсь, что я еще напишу на Django каналах. Надо начать вот с этого, потому что это немножко попроще, и здесь мало, практически мы не используем библиотек, кроме Redis, значит, и она полностью пишется на Django. Значит, наша задача была создать модель, мы ее создали, но это не вся модель, по ходу уроков будем расширять. При этом, если что-то где-то не так сделали, по ходу будем и править. Вот. Ну, в общем, все получится, не переживайте. Для тех, кто начал с этого видео, ссылка на уроки, откуда начать, а начать надо именно с spb-tut.ru, именно тут и объяснение Django подробно. Вот, а потом уже переходить к этим более сложным урокам, потому что здесь я только рассказываю по существу, меньше объясняя. Ну, самые основные моменты, то, что мы делаем, я, конечно, рассказываю. А подробное объяснение Django начинается с spb-tut.ru. Ссылка в описании видео для тех, кто только начал. Спасибо, успехов, все получится.